Бабуля, здесь же люди! Пускай судьба, мне посулив венец, сама меня... Ведьма! Что в воздухе я вижу пред собою? Кинжал. Схвачу его за рукоять. Ты не дался, но тебя я вижу. Или ты, зловещий призрак, только взору, а не руке доступен? Или ты лишь детище горячечного мозга? Кинжал, измышленные воображения. Я вижу, чувствую тебя, как тот, что мною обнажен, меня ведешь. Да просто замечательно играл. Ну, просто ты... Ты еще молод для роли Макбета. Ну, так главный сказал. Да? Вадим, тебя? Да. Хорошо. Слушай, одолжи денег. Соседи орут, как зарезанные. Требуют, чтобы я срочно уплатил за телефон. А то в квартиру не пустят. Придется ехать в управление. Спасибо.
Я больше не могу. Пока. Я смею все, что может сметь мужчина. Куда-нибудь спешить, я вам не помешал? Нет, нам по пути. Ну, рассказывайте что-нибудь, не молчите. Если я буду всю дорогу рассказывать вам смешные истории, я боюсь, что вы не справитесь с управлением. Да? По-моему, вы зануда. Ну, хорошо. Едут в машине два наркомана. Господи, я эту историю уже слышала. Тогда мне лучше молчать. Молчите. Можно я закурю? Курить? Пристегните, пожалуйста. Ой, господи, какой же вы неловкий. Давайте я вам помогу. Что за гадость вы курите? Курите, Май. Я так и не курю. Ну и черт с вами. Простите, мы с товарищем спешим в аэропорт. Господа, нам с мужем совсем в другую сторону. Мадам, поспешите. Сзади уже сигналит. Вываливайте. Это вам не частный извоз. Глупо. Это не аргумент, чтобы выставлять нас вон. Короче, чтобы нам долго не спорить. Поехали, поехали.
где-нибудь здесь. Остановите машину. Уснуть и, может быть, видеть сны. Вот в чем беда. Придется ждать, сколько я не знаю сам. Вам это самим не надоело? Тест на внимание. Даю 3 секунды. Нужно сосчитать спички. 1, 2, 3. 12. 11. Так что за первое задание ставлю тебе 3. А теперь тест на наблюдательность. Определи, если среди пассажиров аэровокзале наши люди, 10 секунд. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Стоп. Капитан Серов, и с ним еще 2. Да. Ну, положим, капитан Серов ты лично знаешь, так что не считается. О! Наш рейс. Нет-нет, нам еще рано. Ну, знаю я Серова, а тех 2. Ну, ладно. Я вычислил? Ладно. Пусть работают. Знаешь что? Давай еще на дорожку кофейка, а?
Я должен. Все оплачено. Я вам предлагаю не совсем приятную вещь. Да ну что там? Скорее всего, игру. Я не собираюсь с вами играть. Вам следует выслушать меня до конца. Я исхожу из того, что мы с вами кровно заинтересованы поскорее расстаться. Не так ли? Так. Я почти уверен, что немного подумав, вы согласитесь на то, о чем я вас сейчас попрошу. Значит, я вам сейчас даю багажные квитанции и билеты. Вы пойдете и спокойно, без суеты, получите 2 чемодана. И все. И вы нас отпускаете, да? Не сразу. Сначала отъедем на безопасное расстояние и... Перестань жрать. Хорошо, давайте. Я никуда не пойду. Дура. Только учтите, за каждым вашим шагом будут следить наши люди. Поэтому давайте без глупостей. В ваших же интересах. Я не убегу. Так, что-то у ребят не клеится. Эй, сверзишься, дурында. Ой, кофе люблю. Выше моих сил. Вам не страшно? Видишь эту дверь? Не судьба. Подожди меня сейчас. Эй, приятель, монетки не найдется позвонить? Нет. Куда едем? Едем-то куда?
Остановите машину. Придется подождать. Нет, это не Макбет. Что? Что не Макбет? Не Макбет убил короля. И леди его совсем ни при чем. Вели они себя подозрительно. Такие, как они, не убивают. Во всяком случае, не должны убивать. Это вы серьезно? Нельзя же, чтобы сразу читатель обо всем догадывался. Шекспир ведь не так глуп. Как кажется. И кого же вы подозреваете? Макдуфа. О, Боже. Дай-ка сниму. Говорят, по первому разу везет. Едем в Выборг. Куда? В Выборг. А чё не в Хельсинки? Обстоятельства резко изменились. Я этого сам не ожидал. Да ты представляешь, что ты несешь? Ты что, ненормальный? Вы думаете, что я вас боюсь? У меня муж дом. А что, молодой человек уже не муж? Нет, я не муж, я... Мадам, уже не муж. Мадам, если ваш муж действительно дома, лучше сообщите ему, что вы будете ночевать у подруги. Он не ревнив? Отпустите меня. Я устала. Я больше не могу. Правда, я хочу есть, я хочу спать. Ну, возьмите машину. Правда, возьмите. Я не буду звонить в милицию, я просто приду и тихонечко лягу спать. Ну, я вас умоляю, ну вы... Вы же не такие плохие люди, какими стараетесь казаться на самом деле. Ну, я не могу больше вести машину. Я не могу. Я устала. Я не могу. Отпустите женщину. Я останусь у вас заложником. Машину поведет он. Ты сядешь ко мне. Будешь вести себя хорошо, оставим живых.
Не бойся. Приставать не буду. Сейчас сядешь за руль, будем проезжать ГАИ. Ты не будешь дергаться? Я не буду дергаться. Это хорошо. Конечно. Кто ж хочет пулю? 5.40. 5. Кстати, надо познакомиться. Несколько часов в машине, путь предстоит не близкий, а я к вам обращаюсь как к столбам. Какая вам разница? Если нас остановят, я должен буду вас как-то называть. Вы придумывайте сами. Нет, импровизация тут неуместна. Может произойти так, что вы не поймете, к кому я буду обращаться. Зовите Полиной. Мариной? Полиной! Ну, а тебя я буду называть Йориком. Не возражаешь? Вообще-то я своего имени не скрываю. Не имеет значения. Меня вы можете называть Игорем Львовичем, но его Сашей. Едем, ты сядешь за руль. Есть что-нибудь? Нет, ничего нет, товарищ капитан.
черта? Снимай колеса, если хочешь жить. Ну ты че, мудила? Нюх обморозил. А ну убирай свою керосинку. Я ведь не шучу. Ах ты, сука. Сколько тебе нужно, чтобы ты убрался вместе со своим мушкетом и керосинкой? Дело не в деньгах, мне резина нужна. Где у тебя домкрат? В багажнике. Юрик, если дернешься, я тебя убью. Шевелись. Конкурирующая фирма. Можно я ему помогу? А то он будет долго возиться. Сидеть! Сам справится. Собаку тебе тоже отдать? Оставь себе, пригодится. Ну ты сука, а? Заткнись. Какая же ты сука? Заткнись. Да ты просто ошибка Дарвина. Понял, да? Заткнись, я сказал. Нида. В принципе, теперь спешить некуда. Я просто хотел помочь, господин Разовало. Вот и любимая женщина сядет на переднее сиденье. И это моя гарантия. Я же отлично понимаю, ежели что, первая пуля ее. Полина, садись за руль. Ну? Ладно, дед, выходи. Будешь колеса относить к кузову, если не развалишься. Да, и запаску прихвати. Ставь колесо на место. Юрик! Меня зовут Вадим. Нет разницы. Саша, отгони керосин. Я не умею! Серега, Сережа, что с тобой? Сережа? Все. Что, Серый? Больно? Львой. Тебя куда, Сережа? Сережа? Все. Львович, шапку. Холодно, дай шапку. Да ничего страшного, кажется. Сами виноваты. Вору-вора шапку украл. Эй, что вы там? Помогите! Помогите! Где аптечка? Там. Посмотри. Ну что? Я... Это не мое, я не знаю. Это муж. Я долго не ездила на... Вот, возьмите это лучше. Ставь колесо на место. Вадим, помоги! Откуда же эти сукины дети взялись? Не может же вести постоянно. Так ведь не бывает, не бывает. Ничего, прорвемся. Серега, прорвемся.
Ты улыбаешься? По-моему, ты тоже довольна. Я довольна? Да, я довольна, что все обошлось. У меня жутко трясутся руки. У тебя, между прочим, тоже. Да что со мной? Я шороха пугаюсь. Чьи-то пальцы рвут мои глаза. В театре, куда я пробовал составить Макбета, я артист. Меня не взяли, не утвердили на роль. Почему не стал стрелять? Патроны берег. Ярик, или как там тебя, Вадим? Фу. Разувало понючее. Иди помоги. Оттащим в лес, к утру очухается. Не тормози! Стоят. Догоняет. Потерпи еще немного, девочка. Вы там спите? Который тебя зацепил, он чего-то хочет. Это просто ночной разувало. Он сам не знает, чего хочет и что ищет. А вот, Львович, послушай анекдот. Едут два наркомана в машине. Забили косячок. Один затягивается, значит, едут. Вася, Вася, заворачивай, бабка. Бабка, заворачивай, Василий. Сбили, бабку сбили. А этот дальше, говорит, Вася, заворачивай. КамАЗ. А этот другой затягивается и говорит, у тебя руль. Ты заворачивай. Сережа,
Потерпи, потерпи. Потерпи еще немного. Прорвемся. Рванем в Аравию. Серега, там тепло. Там хорошо. Там тихо. Полина, когда скажу, сбрасывай скорость и тормози. Тормози. Поеду. Ну, как знаешь. Убивайте, мне все это надоело. Я не поеду с вами. Поехали. Нервы просто ни к черту. И бензин кончается. Дай мне. Я все, конечно, понимаю. Но пока вы доберетесь до места, он умрет. Впрочем, это ваше дело. Но чисто по-человечески. Буду жалеть об этом всю жизнь. Но надо ехать.
Ну вот, вот и приехали. Заводи машину. Не заводится. Бензина нет. Я благодарен, что вели себя благоразумно. Умный человек. А вы скотина. Ладно, какое это имеет значение? Кто вы? Еще не поняли? Ну, не поняли, значит, и не надо. Вам-то зачем это все нужно? Значит так, до поселка около часа хода. Бензин найдете там. Бегом побежите, мы уже будем далеко. Советую сидеть, думать вот об этой сумме. Ну, помогай. Пошли. Сережа, потерпи еще немного. Ну, еще немного. Потерпи, потерпи. Отвяжи-ка. Долго спал? Долго. Где мы? Мы в поселке. У хороших людей. Они ничего не знают. Они думают, что мы муж и жена. Я сказала, что у нас случилась беда. Скачали ночью весь бензин. А тебя избили. Хозяйка все спрашивала, не было ли среди хулиганов ее балбес. Сам он где-то второй день шляется, я ее успокоила. Тише, миленький, тише. Не кричи. Я же все помню до того, как ты набросилась на меня, я упал. Я не набрасывалась на тебя. Когда ты на меня накинулась, я подумал, что ты испугалась за него, как за человека, с которым у вас общая цель, как будто вы вместе. А что ты еще подумал? Я подумал, что все это не случайно, что все это подстроено, что я буду выступать в качестве случайного свидетеля. И потом составлю тебе алиби, если что. Господи. Ты обиделась на меня? Нет, ну что ты? Господи, если бы ты знал,
Как я испугалась за тебя. Ты же не знаешь. Ты же ничего не знаешь. Я ведь думала, что я убила тебя. Я так долго сидела над тобой. Было так страшно. А когда ты очнулся, стало еще страшнее. Потому что ты был совсем... Ты был совсем безумный, ты ничего не соображал. Ты что-то мчал, натыкался на деревья, на машин. Ты совершенно оглох и ничего не говорил. Господи, мы потом шли. Мы очень долго шли. И пришли в этот дом. Все-таки хорошо, что мы друг друга не убили. Ты сел за минуту до того, как валились эти двое. Что я должна была думать? Я всю дорогу смотрела на тебя. А когда ты очень сильно бледнел, я думала, не слишком ли он переигрывает. Да нет, что ты. Ты, наверное, хотел сбежать от меня. Если ты мог, сбежал бы. Да? Конечно. Обязательно сбежал бы. Все-таки ты молодец. Я бы никогда не смогла напасть на вооруженного человека. Но нет, это была не смелость. Это был бред, наваждение. Я ему мстил за тебя. За меня? За нас. Я убил его. Я его убил. Я не знаю. А лодка? Ее унесло в залив. У тебя не появилась мысль остановить ее? Но это было уже невозможно. А если он был еще жив? Но ты же сам хотел его убить. Это было затмение. Господи. Так что я должна была его спасать? Давай лучше не будем об этом. Ты мне не веришь. Ты мне все равно не веришь. Какая глупость. Ты же мне тоже можешь не верить. Наши шансы равны. Да, конечно. Я просто могу подумать, что ты все время убирал сообщников. Вначале того парня на шоссе, потом водитель грузовика. Потом твои люди порешили Сергея. Наконец, Игорь Львович. Почему же ты не убрал меня? Я же была последним святителем. Тише, тише, тише. Нас могут услышать. Здесь должны быть тонкие стенки. Все. Как болит голова, надо поспать. Завтра тяжелый день. Завтра собираешься утром пойти в милицию, то ты просто идиот. Они будут тебя допрашивать. Они тебе все равно не поверят. Они тебя будут судить, и в конце концов они тебя посадят. Это была самооборона. Ты убил его. Я теперь это точно знаю. Ты его убил.
Ты подошел, и когда он не ожидал, ударил его. Следствие — это когда никто ничего не знает, кто прав, кто виноват. Они станут вызывать тебя. И допрашивать каждый день, каждую ночь, день, ночь, день, ночь, день, ночь. Господи, они же, в конце концов, посадят тебя. Господи, Господи, разуми его, Господи, разуми его. Ты же не знаешь моего мужа. Он меня бросит. Он же меня бросит, он же меня бросит, он же меня бросит. Господи. Не бросит. Ну, а если бросит, я тебя подберу. Возьму к себе, хотя зачем я тебе нужен? У меня ничего нет, я неудачник, человек не твоего круга. Зануда, курю какую-то гадость, ты, пожалуй, меня еще выгонишь из моей коммунальной конуры. А я сопьюсь, упаду на дно, а ты будешь порхать. Заткнись. Да, я зануда. Голова у меня трещит. И вообще, поговорим завтра. В машине ехать долго. А почему ты решил, что я тебя повезу? Сядешь на электричку и привет. А хотя нет. Я довезу тебя, как обещала. А ты когда уже выйдешь из машины, встанешь на тротуар и сделаешь мне вот так. Я вам позвоню, можно? Вы же все так делаете. А я даже не посмотрю в твою сторону. Ты только не сбеги от меня ночью. Ладно? Я тебя очень прошу. Да. Или я зарежу тебя кухонным ножом. Да. Спокойной ночи. Да. Спокойной ночи. Спокойной. Кричи так. Не кричу.
Джерри, ко мне! Джерри, иди сюда! Где ты там ходишь? Бабушка, что они плачут? Пошли, миленькая, пошли. Ты совсем мокрый. Я ничего не вижу. Сезон. Ну что, замерз? Сейчас к маманьке отвезу. Устала. Хорошо. Их ждал корабль? Забудь. Забудь. Их уже нет. Игорь Львович мой муж. Муж? Какой муж? Он ничем не отличается от моего мужа. Он тоже приносит домой бешеные деньги. Как он их зарабатывает, что, я не спрашиваю, он не отвечает. Он старается, чтобы их было больше, больше, больше. Суетится. Он просто не предполагает, что в один прекрасный момент судьба пошлет ему такого человека, как ты.
не сезон. Обронили вот. Вещь по нынешним временам дорогая. Что он сказал? Там в багажнике еще деньги. Деньги и кровь. Надо помыть машину. Хорошо? Всюду кровь.
стрелять буду!